Да, я надеюсь, что мы сегодня сумели приобщить к нашему виду спорта огромное количество людей. А на площадке данса основные конкуренты сборной Беларуси по фристайлу — команда «Звезды», город Тверь, Российская Федерация. Но без преувеличения, на сегодняшний день одни из самых титулованных спортсменок в этой категории. Представляли Российскую Федерацию в прошлом году на чемпионате мира в Орландо, в Соединенных Штатах. Ну, вы знаете, нам пока сложно превзойти американцев в плане техники. Все-таки у них это их национальный вид спорта, который создан, возник в Соединенных Штатах Америки и с детства приобщаясь к чирлидингу просто. Но, тем не менее, звезды продемонстрировали очень высокий уровень. Короче, они свое название «Звезды» подтвердили. Подтвердили, абсолютно. Они являются чемпионами многочисленных первенств Российской Федерации за рубежом. И сегодня это наши основные соперники за медаль. Давайте насладимся этим прекрасным зрелищем. Потрясающая техника. Ирина Мазалова и Элла Царькова тренируют эту команду. В первенствах Европы они также неоднократно становились призерами в разные года. Серьезный соперник. Команда города Твери у нас впервые на соревнованиях. Мы с ними встречались на международных площадках и вот принимаем их у себя дома. Закончили девушки выступление. Команда «Звезды», город Тверь, Российская Федерация.